Нам трудно понять иногда, зачем в нашей жизни несчастье. И если приходит беда, мы молим у Бога пощады. Мы крест не желаем нести и пить его горькую чашу. И ропщим на узком пути, что розами он не украшен. Когда Бог нас крестит огнем, мы часто судьбой недовольны. Никак до конца не поймем, ко благу он делает больно. Путь в царство через скорби лежит, терпенье рождается в горе. Чтоб нам проявить его жизнь, Христу стать подобными вскоре. Дай Боже тебя мне познать, любовь обретя не иначе, и выпить до самого дна ту чашу, что ты мне назначил.